граждане, россияне, те, кто ненавидит эту войну. Путинская клика хочет уничтожить Украину. Она также хочет уничтожить нас с вами, морально и физически. Уничтожить как форму жизни. Смотрите, что они вытворяют. Они начали праздновать приближающуюся вторую годовщину новыми атаками, новыми жертвами. На это невыносимо смотреть. Их расчет на то, что мы сдадимся. Но мы не должны сдаться. Те, кто находится в России, вы мне много писали и продолжаете писать о том, что песни «Ногу свело» помогают не сойти с ума, помогают выжить. Пожалуйста, не сдавайтесь. Я понимаю, что вы не можете говорить. Не то, что громко, вы не можете говорить даже тихо. Но вы можете мыслить. Пожалуйста, мы скажем за вас. Если вы просто не потеряете силу духа, это будет уже великим достижением. А те, кто находится за пределами России, пожалуйста, действуйте. Пожалуйста, давайте делать что-то вместе. Если вы можете сделать совсем чуть-чуть, это не повод не делать этого. Это ваши 5 копеек. Те, кто может сделать больше, пожалуйста, не ленитесь. Мы должны быть вместе. Было написано, что вы продолжатель дела группы Sparks и гений самопиара. Поскольку вы не удалили эту запись с Фейсбука, значит, я так понимаю, что вы согласились с этим посылом. Можете как-то прокомментировать? Ну, я могу прокомментировать так, что я не могу, конечно, на все 100% согласиться с этим, но хотя бы... С какой составляющей? Насчет Спаркс или насчет гения самопиара? Нет, с каждой из них, но прежде всего я скажу, что в каждой из них есть более чем серьезная доля истины. Когда мы только-только начинали, как коллектив «Ногу свело», я очень сильно был увлечен группой Спаркс, и не только я. Мое увлечение разделял наш гитарист Игорь Лопухин. У нас с Игорем, в принципе, не совпадают музыкальные вкусы, как, ну, уж на 100% точно не совпадают. Угу. То есть, правда, в разговоре о Спаркс есть. Вот что касается гений самопиара, ну, знаете, ну, это просто очень сказано лестно и громко, но если, ну да, хорошо. Потом всегда второе слово можно отбросить, сказать, вот просто, знаете, просто гений. Ну, это мне уже прям вот реально совесть не позволяла так далеко зайти. Пиздец нахуй, блядь! Еще не смолкло эхо наших слов «Свободу Алексею Навальному». Сегодня мы говорим «Светлая память Алексею Навальному». Светлая память тебе. Вильнюс, Литва. Мертвый Навальный, зажги живого, готовься, Вова, готовься, Вова. Мертвый Навальный, зажги живого, готовься, Вова. А теперь всегда с тобой, мы проснемся с облака. А теперь всегда с тобой, мы вернемся с облака. Мертвый Навальный, зажги живого, готовься, Вова, будешь хуёво. Хрена!